Ну и, конечно же, вот этот анализ, он ляжет в основу эффективности работы глав муниципальных образований, потому что вопрос, который связан был с этим, это вопрос повышения мотивации руководителей муниципальных образований. Мы на 10% повысили норматив, и дальше еще, я думаю, что будет увеличено денежное содержание руководителей муниципалитетов. И, как мы говорили на форуме муниципальных образований в прошлом году, мы хотим, чтобы уровень главы района, уровень оплаты зарплат главы муниципального образования, главы района, был не ниже, чем там, по, так сказать, уровню хотя бы руководителя центральной районной больницы, потому что не получают зарплату из Твери и от областного правительства, поэтому глава района должен иметь достойный уровень зарплаты. Ну и будем спрашивать с него гораздо более жестче за показатели развития муниципалитета.